Добрый-добрый вечер. Приготовились все спать. Но стоит только слово сказать, оживляются, да? Ой, лялька, скажи, а я не оживляюсь. Я так себе подушечку мамкину заняла. А ты меня пустишь? Соболек такой притутулился тут. Ты тут такое местечко занял, да? Уютненько так лежит хороший мальчишка. Ой, какой лопатун ты, лопатун. Лопатун и красотун. Ой, зевает. Это чудо зевает маленький. Тихонечко, ты сразу же на голос прямо. Слышишь голос, все, надо суету наводить, да? Спать пора, спать пора. Куда-то остальные все попрятались. Где-то лежат, валякаются. Сейчас все придут, стоит только лечь. А тут что это за белое зефирное такое животное, а? Ой, желаю всем спокойной ночки. Лялюшка, скажи, я прям самой спокойной ночки желаю. И уютной ночки, да? Ой, тут маленький стрекозун. Ягозун-стрекозун ты. И здесь сонно, а все равно, скажи, что-то мать пришла, надо потусить. Потусить надо, скажи, что-то. А ты меня лапой делай, чтобы я тебя только гладил. Так я же всех должна погладить. Всех поцеловать, помиловать и погладить, да? Ай, малыши, карандаши. Все такие ласковые, целовальные и чуть-чуть кусальные. Ну, нежненько, да? Так, скажи, я же просто хочу показать, что я собака. Скажи, как же кусик не сделать? Кусик, кукусик. Кто-то к нам бежит. Слышу, чьи-то лапки бегут. Милусенькины лапки. Ой, вот оно чудо, милое. Милусенька, скажи, я спала вообще-то. Что вы мне тут кусики делаете? Милусенька тоже пришла желать всем спокойной ночки. Скажи, ты что такое, мать? Угомони детей. Да? Угомони детей, мать. Ой, все, сейчас тебя зацелует, милусенька. А мы всем желаем доброй-доброй ночи, спокойной и вот такой уютной, как вот у этой зефирной девчонки. Зефирная пышная девочка, да? Ой, тиры говорит, ры. Иди, что это лялечка и ры говорит? Такого не может быть. А мы всех целуем, обнимаем и прощаемся с вами до завтра, наши дорогие. И этот успокоился.